Всем хей, с вами Open Rix, и сегодня будет реакция на Reanimator, новый видео с Clear Skies. Вот и все, короче. На этом все, всем спасибо, всем пока. Короче, наконец-то вы дождались, и мы дождались долгожданного клипа, который ждали, наверное, многие, потому что на превьюшке изображена и Киара, и Райан, и Эбигейл. Да. Надеюсь, что тут будет все точности, как в прошлых анимациях, короче. Он там ничего не менял, потому что, ну, это будет не очень. Особенно стану фанатом Райана. Короче, Гена, что хочешь добавить? Я уже хочу смотреть эту анимацию. Ну, во-первых, перестаньте, твою мать, там стрелять. Давай, я, в принципе, все, я готов. Я могу. Я ждал анимации примерно, да, чисто чтоб, хочу посмотреть, что-то как будет. Не задерживаться, потому что реакция, скорее всего, 10 минут всё. Будет. Все. Раз, да, два, три. Давай. Ген, ты готов? Так что давай. Раз. Два. Три. This video is sponsored by Establishment. Давай. Sponsored by. Оля! Ого! Понимаю. Так, Незер и Буся, привет. Субтитров нету! Как мне переводить? Whoa, that was out of nowhere. Why do you ask? Oh, just gossip around the Netherbane. Wanted to know if they were true. Can't imagine how hard this was for you, though. Killing someone you had affection for. Right. I'd really rather not talk about this. I've already moved on. Even after her death, she still bothers you, doesn't she? She's like a lost spirit haunting you. Reminding you that you're still in love with someone you killed long ago. You're treading on thin ice, Ciara. I know a broken-hearted man when I see him. Короче, говорит про то, что, ну, типа, дух преследует тебя. May I suggest? Ну, как раз Эбигейл. No, I haven't even moved on from... Так, слушай, какая-то уже такая... Конфликтная. Ну, что пошло. Хорошо. Послушай. My word of advice, fellow undead to another. Revisit your memories with the Nether Princess. Go through everything one last time. Попробуй вспомнить все, что связано с принцессой Незера в последний раз. Блин, посмотри на Райана, блядь. Мне такого жалко. Я не знаю. И что я должен именно вспомнить? Только ты знаешь на это ответы. А, уже пошла музыка? Да. Серьезно? Удачи. Я надеюсь, ты освободишься от этого бремени. Потому что ты найдешь свою любовь. Кейна все-таки показали. Бля, мне так его жалко. Стайлу жалко тоже еще. Она на позитиве подбежала к нему. Ну, его понять можно. О, воспоминания. Оля, беги. О, ща будет это. О, это. Вот. О. А. А, она уже призывать. Она типа сало. Погоди. А может, это вообще не мама Эбигейл, а просто какая-то королева из Незера пришла и дала ей звезду? Я что-то не до конца понял. Ля-ля-ля-ля-ля. Что? А, вот вспомина... Или нет? Воспоминания. Это было! Это был Райан! Это Райан был! Я думал, это фановская версия. Мне Незер это бросал. Это Райан сделал. Бля. Блин. А я думал, это была фановская работа, типа, а это, оказывается, реально Райан. О, началось, блин. Блин. Ну, боевки, как всегда, на высоте. Мне нравится. Мне вообще сама анимация нравится. Серьезно? О, блин. Это офигенно в любом случае, мне нравится. Это дополняет We Are The Danger частично.
Извиняюсь за то, что тебе пришлось уйти в этот момент. Но теперь ты свободна, Абигейл. Отправляйся в лучшее измерение. Горф. А, сейчас они типа будут все болтать. Кристалл изучаю. Азура, кстати, смотри. Да-да-да, Азура, модель хорошая. Хоксворта ведут. О-о-о, я... Все-таки да, были правы. О, сейчас будет. Значит, Кейн все-таки будет разговаривать или нет? Погоди, или эпилог сейчас будет? Еще 5.5... Погоди, эпилог будет. Стой. Погоди, это интересно. Тихо. Так. Твою мать! Чего? В смысле? Это все спонсор теперь. Ладно. Если честно, это, наверное, самый грустный клип Грайна, который я только видел. Ну, после, конечно, The Struggle, потому что я сейчас просто чисто пытался не сплакнуть хотя бы. Я тут было жалко и Райана, и Стэл, и Абигейл в том числе. Ну это реально, это офигенная анимация, которая реально это дополнила сюжет. Анимация. Это просто охеренная анимация. Короче. Нарываешься очередной раз на конфликт, короче, я понял. Отстань, анимация охеренная, мне очень сильно понравилась. Одна даже мне из тоже. Лучших. Просто одна это из одна лучших. Из лучших. Блин. Ой, сейчас я, наверное, буду пересматривать опять много раз. Я тоже, же, да? Я, наверное, попересматриваю, потому что я опять что-то пропустил или не заметил. Кстати, ребята, хорошая еще одна новость. Завтра на канале Генвера Аниматионс выходит новая анимация Белив, так что заранее, кто еще не подписан, я думаю, все подписаны, подпишитесь. Это будет так же, как и Clear Sky, скорее всего. Ну, возможно, где-то не эпично, где-то эпично. Короче, увидите сами, все. На этом, наверное, все. Больше сказать нечего даже, потому что это только первый просмотр, камон. Да. Ждем перевод Кларка, ждем реакцию Кларка, ждем. Что ждем? Ждите, кстати, перевода диалога на моем канале. Прости, Гена. Все, давайте. Всем удачи, всем пока. До новых встреч. Пока всем.